Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Андрей. Вы по-прежнему на канале Deviant Under Play. Мы с вами продолжаем прохождение Resident Evil Village. В прошлой серии мы с вами завалили Димитраску. Честно говоря, ожидал от битвы с боссом большего. Розы в замке не оказалось. Мы с вами опять пробрались в деревню в поисках Розы и дальше выяснить, что здесь происходит. Пожалуйста, поддержите лайком и подпиской. Очень вас прошу. Вам это ничего не будет стоить, и мне будет приятно, что мой канал смотрят люди. Ну что ж, давайте смотреть. Так. Все правильно, да. Пролезли мы под трактором. И где мы? Где мы? Здесь отмычка нужна. И мне бы как-то вот сюда попасть. Угу. Сидит, блядь. Кукует. Но здесь мы уже с вами проходили, как бы. Я не думаю, что здесь что-то нового появилось. Кровищи только или здесь. Нет, здесь лошади, по-моему, здесь лежали, уже нету. Ящик. В ящике, судя по всему, только патроны, да? То есть. Отмычки. Вот плохо, что у торговца нет отмычек. Или я плохо посмотрел, может, у него, блядь, отмычки появились. Он у нас где, кстати, на карте? Блядь, довольно далеко. Пол карты придется обходить. По звукам, судя по звукам, кто-то кого-то ест, блядь. Да, замок несложный. Понятно. О, это что за херня? Блять. Сука ты такая. Выстрелить, не выстрелите в жопу, блядь. Ладно, не буду. Бля, он меня напугал. Пиздец просто. Откуда ты только тут открыть? Вроде открыто было. Так, где мы вышли? Вышли с другой стороны. Так, ну и чего, собственно? Куда нам, блядь, идти? Ищите дом с красной трубой. Дом с красной трубой. Да, отсюда мы, конечно, хер мы что увидим. Все, завалено, ни хрена ничего нет. Ну, а здесь-то мы с вами уже были. Здесь мы с вами были. Что это за дом с красной трубой? Мне интересно, вот, а в замок можно пройти тем же путем? Или как бы нет? Его бы хоть, блядь, на карте как-то пометили, что ли? Как-то бы пометили его на карте. Так, стоп. А у нас же там есть дорога. Нет, нам в обратную сторону. Так, и куда? Нет, не сюда.
Так, ну-ка еще. Вот наверх и вот сюда. Блять, лезь давай. Вот, собственно, сюда-то я что не пошел. Ты один здесь как бы сидишь или нет? Не надо вот этого. О, блять, их два. Иди нахер. А что-то этот сильный какой-то, блядь. Куда ты стреляешь, блядь? Стреляй. Хера себе. Взял меня, охерачил. Здесь мы тоже с вами проходили уже. Было дело. Еще сидит. Ну... Жалко мне как бы снайперские патроны на вас тратить, блядь. Прям очень жалко. Все? Они здесь все чаще и чаще начинают попадаться. Мы где? Здесь. Здесь тоже какие-то ворота. А что за сарай? Ты сюда не лезешь. Ты сюда не лезешь. Так, ладно. Ладно, пойдемте туда. Так, направо замок будет и налево. Кто это? Это что за херня? Блять, спокойно. Сука, у меня гранат нет. Он бежит. Перезарядочка. Так, спокойно. Это кто вообще? Что это, блядь, за хуйня? Сука, в доспехах ты что ли, блядь? Вот это нихера тут персонажи, блядь, попадаются. Кристальный череп. Пиздец, блядь. Два патрона, блядь, у меня осталось. Два патрона. Сделали. О чем? А, бомба. Отлично. Все, больше ничего нельзя, да? Лекарство давайте еще сделаем. Хера себе. Так. Собственно, это что? Заперто с другой стороны, блядь. А, нет, вот. Так, и давайте, наверное, вот здесь у нас же еще ключ остался. У нас остался ключ. Где он? Вот он. Посмотрим, что тут. Это не дом с красной... А, вон дом с красной трубой, все понятно. Все понятно. Что такое? Еще денежки, еще колесо от колодца, блядь, ну наконец-то. Так, а что оно у нас занимает? А, оно просто лежит, я думал, оно сейчас хорошо. Так, здесь мы взяли, значит, туда мы сходим наверх попозже. Нам надо еще посмотреть, что в колодцах как бы находится. А колодцы у нас где? И вот еще замок. Вот замок. Колодец у нас вот тут, блядь, как мне неохота опять идти туда. Не хочется. Далеко. А это у нас еще не обследованная территория. Это что? О, отмычка. Отлично. Так, где у нас ближайшая с отмычкой?
Да, как ни крути, придется туда идти. Как ни крути, придется туда идти. Здесь ничего нет. Так, что? Кто здесь? Блядь, да опять ты. Иди нахер, блядь. Сука, эти оборотни, блядь. Патроны только дай в путь. Это что такое? Туловище. Туловище, туловище. Порох. Так, здесь все взяли? Да, все. Блядь, как неожиданно все что-то происходит. Вроде идешь себе тихо, такой спокойный. Это что такое? Так, дамы и господа, поскольку скрипичного мастера давно нет, я храню ключ от его дома у себя. Если он вам нужен, обращайтесь. С уважением, Иосиф Симон, садовник Беневитто. Тут ключ со скрипкой, наверное, должен быть какой-то. У меня нет такого, блядь. Да. Видимо, да. Сюда тоже придется нам вернуться. Так, ну что? Пойдемте обратно. Обратно вот, вот сюда, блядь. У нас уж будет, в конце концов, тут исследованная территория. Надо собрать... Собрать все. Постараться, по крайней мере. По возможности. Плохо, что отмычки одноразовые. Так. Нет, 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 нам вниз. Нам вниз. Сейчас это какая-то хрень, блядь, но это обидно прям будет. Будет обидно. Прямо. Где? Ты же вот здесь где-то, да? Так, отмычечка. И винтовочные патроны. Ну, неплохо, неплохо. Неплохо. Открывайся. И, собственно, нам нужен колодец. Колодец — это через дом. Блять, я тебя реально сейчас застрелю, сука. Пугаешь меня. Так, что же мне интересно, что же... Колесо от колодца. Поехали. Что там может быть? О, еще отмычка. Ну, слушайте, нормально прям, нормально. Так, здесь что у нас? Здесь у нас все. А, мясо птицы. А это... Зверь. Блять, может его убить? Хотя зачем ему мясо? Так, ладно. Ладно, сейчас мы пойдемте тогда с вами... Куда? Ну, куда-то вот сюда. Ближе к торговцу, там как раз мы все впарим, сохранимся. Так. Здесь мы не пройдем, нам прямо... Опять под трактор. И, собственно, я думаю, мы успеем с вами добежать до этой... Это не красная труба? Вроде, блядь, она. Такс. Не-не-не. А, блядь, тут не пройдешь, что ли? Ты да хорош. А, все, вот здесь лестница. Здесь лестница. Я и забыл совсем про нее. Я и забыл. Ну, полезли.
Дом с красной трубой. Там никого внизу нет, я надеюсь. Курица только, блядь. Только курица. Так, тут что? Ну, хорош, чё вы, блядь, кипиш-то подняли, раскудахтались. Так, а это? Отлично. Что такое? Бомба. Бомба и все, да? Это куда выход? Угу, понятно. С той стороны он, главное, сразу залезть и не мог сюда. Надо было, блядь, обходить. Заперто с другой стороны. Надо было обходить. А вот ворота, собственно. Ну, давайте сейчас тут все осмотрим. То мало ли чего мы тут пропустили интересного. Нихера, какой сортир навороченный. Большой кристалл. Ну, будет что, торговцев в кафеле весь такой. Здесь кто-то моднявый жил, что ли? И лестница у нас на крышу еще есть. А, так это и есть, собственно, этот дом-то, блядь. И чё тут? Отсюда кто-то вылез. Блядь. Спокойно. Спокойно, блядь. Так, ну окей. И что я здесь должен найти? Шкатулка какая-то. Это что? Изучить. Что это такое? Крылатый ключ, лишь одна из деталей. Нужны еще три части, чтобы вновь создать целое. Угу. А в смысле изучить? Ты его взять-то не можешь, что ли? Ясно. Надо идти к герцогу. Так, вторая. 3 февраля принес 6 матери Миранда. Она поручила мне найти лекарства и инструменты из списка за пару дней. Интересно, зачем? 8 февраля. Никаких новостей от матери Миранды, а животное все никак не уймется. 9 февраля. Мне поручили отнести вещи к церкви в пещере на восходе. Там я увидел жуткое зрелище. Там стояли все 4 владык, а матерь Миранда держала в руках дитя. Она что-то прошептала и коснулась ребенка. Трудно подобрать слова, но дитя как будто превратилось в белый кристалл. А потом она... Тут я не выдержал и спросил ее, зачем она это сделала. Матерь Миранда улыбнулась в ответ. Это избранное дитя. Что бы с ней ни случилось, она вновь обретет свой первозданный облик. Она дала часть кристалла в колбе каждому из владык, и они разошлись. Я забыл поклониться матери Миранды перед уходом. Меня до сих пор колотит. Что она сделала? Что это за ребенок? Так. То есть они, я так понимаю, они поделили розу на части в колбы, и каждая из этих колб находится у каждого из боссов, что ли? Интересно. Блин, как интересно открывать пустые ящики. Так, да, идем к герцогу. Он у нас
Так, по пути, наверное. Здесь же у нас тоже отмычка. Отмычка у нас есть. Сейчас по пути тогда зацепим. По пути зацепим. Что здесь у нас мы в прошлый раз не открыли? Где эта херня, блядь? Вот. Так, есть. Матрошки. Отлично. Так, тут у нас, собственно, все. Здесь у нас все. Так, а вот сюда нам как? Там же у нас еще дверь есть запертая, да? Она у нас с другой стороны закрыта. А как туда попасть? Так, стой. А почему у нас... Блять, я же там все взял. Почему у нас красным-то горит? Что здесь за херня может быть? Че я тут не взял? Блять, очень интересно. Очень интересно. Вроде же ничего нет. Почему красная, блядь? Рога? Нет, не рога. Опять какой-нибудь подянул. Кристалл, по идее, сюда не должны, наверное, были запихнуть. Тут тоже, блядь, ничего нет. Я стесняюсь спросить, а тогда что? Интересно, интересно. Лестницы-то у нас нет наверх? Бля, ну ладно, не будем на это время тратить. Это же дорога. К Герцову-то у нас ведет. Вроде это. Пошло сохранение. Ну, так. Узнали что-нибудь? А теперь рассказывайте, как все исправить. Не горячитесь. Используйте этот ключ и соберите колбы с розой. Где искать остальные? Их всего 4. Одна у вас. Еще 3 у других владык. Владык? Все они служат жестокой правительнице этого края, матери Миранде. Одну из них вы встречали, леди Димитреску. Вторая живет в долине туманов, кукольница Донна Беневьенто. Не станьте новой игрушкой в ее сыром особняке. А третья — Моро, гора уродливой плоти, живущая в водоеме за мельниц. Говорят, он не единственная тварь, что живет в тех водах. Ну и опаснейший из всех — Гейзенберг. Он на своей фабрике, на краю деревни. Что делает? Скажу так, у некоторых очень больное воображение. Опля, открылась у нас карта. Так, а это что такое? Коллекция. У нас открылись, что мы тут не собрали. Прикольно, прикольно.
Механическая дверь. А это, наверное, дверь, я так понимаю, когда мы, чтобы свалить с этой деревни. Здесь что? Разводной мост? Так, ну, слушайте, прям отличненько. Это нам надо сейчас вот сюда вот валить. Нет, это Беневита. Ну да, тут еще, наверное, откроется карта. Блять, мне теперь интересно, вот здесь-то я что не взял? Здесь эта скрипка была. Водяное колесо, оружие. Если так. Вы намерены спасти дочь, заполучите все колбы. Потрудитесь взглянуть. Я отметил все места на карте. Здесь, в деревне, есть сокровища. Думаю, каждое из них вам пригодится. Почему вы мне помогаете? Что вы, мы всегда заботимся о наших клиентах. Что ж, приходите еще. Спасибо тебе, конечно. А, но у меня есть вы. Ищите качественные ингредиенты и приносите. Припасы, да, ты приготовил? Так. Впариваем. 10 тысяч, нихера себе. Так. А это что? Ценное сочетаемое. Тело. Часть деревянной игрушки, ценное сочетаемое. Давайте это пока не будем, наверное, продавать. Потому что, я думаю, потом это можно будет дороже продать. Так, что у тебя есть? У нас же еще есть пистолет. Пистолет. 160-170. А он вообще, он у меня какой он? Он у меня на 150 всего. Так, а этот у нас на 160 уже идет. Если мы его качнем, он у нас будет на 170. А где для него патроны брать, блядь? Так, ладно, что у тебя есть-то? Что у тебя есть? Это что, мина? Мина нахер нам нужна? 15 тысяч, я тоже не готов отдать, блядь, за снайперский прицел. И все, да? Я могу установить любые модификации на оружие за очень скромную мзду. Мне не терпится увидеть ваши новые находки. Я пока погоняю так, спасибо. Деревня, алтарь. Так. Ну да, перепишем. Перепишем и погнали мы дальше. Это что? Я думал, там что-то есть. Это ворота, блядь. Так, ладно, куда мы бежим? Куда мы бежим? А это ключ с крылатым эмбрионом. Давайте, наверное, вот сюда вот и в церковь. Здесь тоже что-то у нас не исследовано. Правильно? Да, тут колодец же есть. Тут есть колодец как раз по пути. Где у нас? Вот она. Что там? Отмычка опять? Деревянный зверь, голова. О! Ну, блядь. Так, спокойно. А где он у нас, блядь? Так, деревянный зверь, голова и деревянный зверь, туловище. Объединить. Отлично. Изучить. Ничего на тебе нет, просто. Но, блин. Придется опять... Или ладно, так походим. Хера к нему бегать-то по 10 раз. Пойдемте мы, наверное... Здесь прохода-то нет нигде. О, а это открыто стало. А раньше ее не было.
Раньше она была закрыта. Кристалл мигает. Ну, все-таки здесь есть кристаллы, да. Порох. Плюшевый медведь. Что такое? Да. Да-да-да. Есть здесь все-таки кристаллы. Это что? Сломать. Ящик. Патроны для винтовки. Ну, неплохо, так неплохо. Неплохо. Так, здесь у нас, соответственно, прохода нет. А откуда здесь, собственно, люди-то взялись? Так, а мы, получается, к церкви-то нам не пройти, что ли, ни хрена? Странно здесь на карте показывает, что можно. Что можно. Ой, блядь. Ну ладно, пошли назад. Пошли мы назад. Так. Так, так, так. Сейчас налево. Налево и вот сюда. Чё ж там за сокровище-то, мне интересно прям. Блядь, да я опять мимо пробежал, что ли. Где, блядь, проход нормальный? Ну, если этот, он завален, блядь. И как туда попадать? Так. Меня это уже начинает подбешивать, если честно. Вот сюда. Хорошо. Здесь мы как выйдем. А ты почему красным ты горишь? Тоже что ли что-то мы не взяли опять? Что здесь еще может быть? Вроде ничего нету больше. А, открыть. Патроны, ясно. Все, валим. Валим отсюда. Так, 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 так. Ну, конечно, сюда он не залезет. С крыши там тоже, блядь, никуда не залезешь. Надо разбираться. Надо разбираться. Как нам сюда можно попасть? Здесь завалено. Вот еще. Дом Луизы. Ладно, пойдемте, наверное, к механической двери. Посмотрим там, что можно с ней сделать. Это она же, судя по всему. Да, она. А это у нас... Это же у нас вход в замок. Да, вход в замок, но мост у нас, блядь, поднят. Мост поднят. О, нихрена, это рыба такая. Мост поднят, нихрена мы туда не попадем. Очень жаль. Пизда, вы откуда взялись-то, блядь? И только что здесь же вас не было. Вот и все. Нехер. Блин, только проходил, не было. А здесь у нас что? Здесь открыто вообще? А, вот, собственно, церковь-то. Опа.
Это что-то новенькое. Откуда тут компьютер взялся? Ага. Вот ты где, блядь. Взял ты его, нет? И что это, изучить? Дата операции 9.02.21. Запись сделан ФН. На месте следов ИУ или РУ нет. Вошли в деревню, стычка с боеоружием. Следы ИУ, местонахождение РУ неизвестно. Развернули базу в церкви, план операции, ля-ля-ля. Осмотреть лабораторию, изучить образцы плесени, проникнуть на фабрику. То есть сюда какие-то вооруженные у нас приходили люди. Что-то рыскать, что-то нюхать. Так, давайте сохранимся по-новому. По-новому с вами сохранимся. Церковь у нас. Все, синенькая. Пойдемте смотреть, что за дверь у нас тут. Так, опа, спокойно. Чё-то джойстик прям вибрирует, не останавливаясь. Так, а чё сюда? Чё сюда можно? Нет. Не подходит. Не подходит. Блять, джойстик вибрирует просто неимоверно. И что, что случилось, я не понимаю. Что произошло? Так. Сюда мы, значит, с вами не попадем. Сюда мы не попадем. А если... А, из церкви нам к дому Луизы надо. Можно, можно пройти. Можно пройти к дому Луизы. Вот же у нас еще есть... А, вот еще колодец у нас есть. Так, давай. Ну что, чем он нас порадует? Что тут у нас интересного? Ожерелье с двумя зазорами. Ценное, видимо, что-то. Так, ладно. И вот у нас еще дверка. А, да-да-да, ключик есть у меня такой. Вот он. Блять, курицы эти везде. Так, взяли. Здесь ничего. Заперто с другой стороны. Это вход куда-то под землю, что ли? Как заперто с другой стороны? Угу. Да, блядь, пистолет возьми. Пистолет возьми. Так, ну и что тут? Закрытая дверь. Хорошо. А как туда попадать? Скорее всего, оттуда мы выйдем, наверное, когда-то. Так, ну и все, да. Собственно, здесь больше нам... смотреть нечего. Ладно, ладно, пошли. Пошлите, сбегаем к дому Луизы. Это, блять, это как крылатая эта херня летает. Летает крылатая херня. Ох, нихера там, блядь. Ну, конечно, тут у нас
спокойно-то, блядь, пройти не получится нихера. Возьми, блядь. Это было громко. Это было очень громко. Так, а чё, куда я вышел вообще? Это, блядь, не сюда. Нам вот сюда надо. Блядь, вас тут много прям так. Давай, подходи. Далековато. Да, блядь, заряди. Все. Оп, отлично. Это хорошо. Так, вот здесь еще можно посмотреть. Здесь тогда сидел дед. Может, он что оставил? А у нас, в принципе, синим подсвечено. Так, что же тут за сокровище-то? Вот оно в шкатулке. Я так полагаю. Это у нас что? Опа. Это у нас к чему такая херня интересная? Открыть. Ожерелье Луизы. И хрена нам с ним делать. А, там в доме еще печатная машинка была. Но туда, судя по всему, нам уже не зайти. Я здесь был, не был. Так, реагент. Так, а что это я такое подобрал-то? Фугасные снаряды, поражающие цели в большой области. И чё? Их куда-то... Типа гранатомёта, наверное, какого-то. Вставлять их надо будет. Так, здесь мы всё собрали. Больше тут ничего нет. Туда нам тоже не пройти. Ну и пойдемте тогда обратно. Пойдемте обратно, сохранимся, наверное. И на этом, я думаю, надо эту серию заканчивать. По времени, потому что уже как раз. По времени как раз. Так. Где? Вот она. Сохраняемся. Ну что ж, дорогие друзья, увидимся мы с вами в следующей серии. Будем дальше исследовать эту деревню, что здесь происходит, что за бардак. И подписывайтесь, пожалуйста, комментируйте, ставьте лайки, поддержите. И по традиции, до скорых встреч, ребят. Всем пока-пока.